Здравствуйте. Вас как зовут? Полное? Не, просто имя скажите. Оля. 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 А дочечку вашу как? Катюшка. Катюшка. Вот мы приехали в поселок Ясное. Мы видим серьезнейшие разрушения, которые здесь были, обстрелы. И сегодня мы начинаем свой репортаж о помощи людям от одной женщины. Я не знаю, кто это, но мне на счет поступило 50 тысяч рублей от Елены Александровны У. Возможно, она видела мои репортажи, возможно, видела статьи обо мне. И она прислала деньги, и вот сегодня мы начинаем свою помощь с этой семьи, с поселка Ясного. Это под Докучаевском. И здесь все очень сложно, и часто идут обстрелы. Стреляют сильно? Не, ну сейчас пока так. Поменьше, а раньше? Поменьше, а раньше, да. Раньше только успеваю спрятаться куда-нибудь. С дочечкой вы прятались, да? Да. Ну, у меня вот тут подвал получается. Ага. Здесь подвал. Ну и ванна такая. А вот сейчас мы приехали, привезли ей продукты, проведать их. Вот бабушка в гости пришла. И мы вот здесь наши продукты. Так что мы уже рассмотрели, Барш. Да? Конфет... Мы такое любим, скажи. Мы любим, скажи, такое. Это мы тоже любим, да? И конфеты. Барс, а ну давай отсюда. Быстро. И котик тоже любит. Да, мясо услышал. Он же ж мясо у нас хочет. Спасибо огромное, Елена. Спасибо огромное все люди, которые помогают. Ну, просто-напросто, видите, как... Да. Скажи, детки... Большое вам спасибо, скажи. Довольны. За то, что нам привезли такого вкусняшки, да, Кать? Ну все, все. Редко встретишь, дорогие друзья, не надо, не смех балуйся. Детей. Не балуйся, заяц. В прифронтовой зоне. Спасибо вам. Да, большое. И дай Бог вам здоровья.